В губернском лицее сегодня прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку. За победу боролись 48 юношей и девушек. Один из них из Москвы. Для соблюдения всех мер предосторожности ребят рассадили по 6 аудиториям. Им нужно было выполнить 8 заданий по лексике, фонетике и лингвистике. Кроме того, в каждом из них есть несколько подпунктов. На то, чтобы пройти все интеллектуальные испытания, давалось 4 часа. Только базового уровня здесь недостаточно. Дети занимаются специально в кружках, факультативах и готовятся к олимпиаде. И у нас проходят, конечно, для них еще такие маленькие курсы, так скажем, где преподаватели и пединституты, и наши методисты Института регионального развития работают с этими детьми целый год. Победители регионального этапа смогут выступить на Всероссийской олимпиаде. Стоит отметить, что представители Пензенской области регулярно оказываются в числе ее победителей и призеров.